Асьера Лераменди и Рафаэль Варан. В синей форме мадридский Реал, в белой хозяева поля футболисты Севильи. Ворот соперников со стандарт, как того бы хотелось многим. Кстати, в матче первого круга Бейл забил штрафного, тогда ему просто везло в самом начале. Кстати, рикошетом от стенки мяч тогда, если не ошибаюсь, улетел в ворота. Посмотрим, как будет сейчас. Криштиану сам поставил мяч, сам штрафной заработал. Удар, рикошет, 1-0, пожалуйста. Ничего не напоминает. Дежавю. Если бы это был Бейл, если бы это Бил, то было бы очень похоже на матч на Бернабео. А так забивает Криштиану. Похоже даже, знаете, на что? Ох, как. К ней мы вернемся чуть позже. От Баки мяч влетает в угол. Ну, здесь ничего другого и не мог сделать Бету, если только кому-то напихать там стенки, поднять руку и показать: ребята, я бессилен. Да, в Баку мяч попал, даже его, в его локоть в этой ситуации. Смотрите, выставляет. Выставляет. Локоток, пожалуйста, да, от руки. Баки вообще, арбитры в Испании порой пенальти за такое ставят. Но здесь пенальти не надо было ставить. Подача. И снова Фасио. Или Раменди. Ну, знаете, даже Барселоне не удавалось вот так вот прикрыть Севилью в первые минуты. Провал в обороне у Реала. И может что-то получиться. Рейес. Умница Рейс, Бака! 1-1! Провал в обороне у Реала, чего с ним бывает очень редко в этом сезоне, когда вот так в контратаку может убежать соперник. И Реал с помощью тактического фола не гасит наступление соперника. Какой же умница! В таком случае 13-й гол в чемпионате, когда он первую же попытку реализует. Но в этом сезоне обычно Баки надо 3-4 момента, чтобы разогнаться, и только потом он забьет. Ну а вот здесь в роли Баки собаки выступил колумбиец и забил свой 13-й гол в чемпионате. Не успевает Карвахаль, не успевает Илья Раменди, и успевает Карлос Бака. 1-1. И это первый удар Севильи в створ в этом матче. Райно. Ракитич. Красиво, пятка, изящно. Сам себе прокинул мяч на кот. И вот туда, на Баку. Быстрее, Бака! И 2-1! Вечер! Какой вечер? Ночь! Уже не то, что томный перестает быть. И вот это становится совсем интересно. Севилья-Реал 2-1. Шипнуть Мбиану. Посмотрите, здесь Альберто Морено. Вынос. Ракитич красиво через Пепе мяч перекинул. Ну и напрашивалась эта передача, напрашивалась, и Баку выиграл здесь позицию у Пепе. И пробил так, что Диего Лопес не выручил. Вот матч, который мог бы выиграть для Реала вратарь. Да, редко атакует Севилья. Очень редко. Два момента, по большому счету, два гола. Это вот ситуация, когда вратарь сейчас пока, но матч для Реала не выиграл. Карлос Бака, 14-й его гол в чемпионате. Кстати, бьет под опорную ногу, успевает ногу выставить Диего Лопес. Но мяч ныряет. Под ногой вратаря и влетает в ворота. 2-1. Роналду удар, и Бету. Снова он выходит победителем в этой португальской дуэли. Да, да, красиво было. Да, да, красиво сыграл капитан Иван Ракитич. Подача. Бету выходит. Вот действительно, кура.